ужасно жарко, ужасно. Бедный малышок наш весь мокрый и лежит, терпит. Взрослые уже не выдерживают. Но вот знаете, даже многие в комментариях писали, что это просто такая аномальная жара нынче в Краснодаре. Да. Потому что я уже говорила, что вот в прошлом, все эти годы, которые мы тут живем, мы на ночь спокойно кондиционеры отключали, нормально спали, все. Сейчас мы не можем этого делать, потому что невозможно жить, такая жара. Но это не только у нас. Да, и в Ростовской области, там вот, я смотрела карту, она аж черная, там предупреждение такое, что аномальная жара. Сели в машину, София аж баба, все горячее, ремни горячие, все горячее. Ой, отдыхать ужасно, конечно, весело, но тяжело. Ой, как мы устали все на самом деле. Ну, зато детям весело. Они прям уже готовы, пойдемте на аттракционы, еще время есть, пойдемте на аттракционы. Какие аттракционы? Дышать нечем. Вот. Мы едем сейчас через Славянск на Кубани. Тоже перед тем, как уехать, Настя с Васей сделали себе маршрут, как ехать, чтобы по платной дороге. А мы с Ладошкой только выезжаем, и нас гаишники остановили. Нас только остановили, вот Настину машину. А Вася сзади ехал. Да, и он, у нас же папка какой, он сразу волноваться начинает. И он вместо положенного маршрута направо, он рванул налево. Мы отъехали немножко, звоним, вы где? Мы стоим в Братском, ё-моё, нам пришлось разворачиваться и ехать. В итоге мы ехали через Ильский, Холмскую, вот эту вот, да, по пробкам и все такое. А сейчас сразу маршрут поставили через Славянск на Кубани, чтобы по Ростову ехать сюда, по платной дороге. Тут поменьше пробок, чем там. А она, вот сколько мы не ставили, она все равно ведет и ведет через Краснодар туда. Но, хотя можно вот этой дорогой ехать. Мы когда детей в Анапу возим, мы, главное, оттуда всегда едем через Ильский, а обратно она всегда ведет тут. Почему так, блин? Ну, короче, вот. Может, побыстрее сегодня доедем. На 5 часов стоит дома. Ну, часов 7 будем точно. Мы где-то едем вокруг Славянск на Кубани. Давай, Софочка. Он проснулся. Всю воду выпил, да? Ух. Лежал так тихонько. Ну, так ты ж как, надо же вытащить руки. Да, солнце мое, одевай в обувь. Дариночка, отстегни ее, а. Давай. Мы решили маленечко отдохнуть. Матвей проснулся. Время 2:15 где-то. Еще 3 часа ехать до дома. Матвей спал долго. Он спал 2 с копейками. Но мы далеко не уехали, потому что. Потому что пробки. Пробки не потому, что там ремонт или авария. Просто пробки. Потому что одна полоса. Машины не вмещаются. Ой, бабушка затекла вся. Бабушка, ручку, моя девочка. Все, мои красавицы, все, пойдемте в столовую. Там хоть прохладно. Ну, хоть кофе попьем, отдохнем. А у нас там машине хорошо. Ну, у нас там мармеладки ты купила. Мы ну, зачем вы их ели? Ну, все, я... Ну, блин, мне надо было забрать. А мы мало поели там с бурстами. Как попало, одну сладость, идите. Мам, какое одну сладость? Мы сегодня ели, что мы ели? Ничего вы не ели. Но я только одну съела и дальше легла спать. Это а что проснулась? Мам, смотри, как я тоже съела. Потому что ей она лежала. Она болит? Да, разбавка сердца. Надо было утром помазать. Я с вечера мазала, а утром нет. Да. У меня плечи прошли, я так подушку не шла, так лежала.
Слушайте, мы ехали мимо, столько винограда, уже похоже виноград созрел тут на юге, потеплее. Ну, у нас тоже дома виноград созрел уже, один есть можно, один сорт. А там прям все виноградом завалено. Все мини-рыночки маленькие. Что это изучают они там? Что изучаете, куда поехать, где прохладнее? Заточка называется столовая. Заточка. Ой, вода холодная. Хотя у нас дома в машине тоже есть холодная вода. Булочки, смотрите, разные. Так. Я хочу есть, но я опять не знаю, что хочу. Дома? Все, идите, идите. Дарин, что это у тебя там? Запеканка? Нет, отбивная. Тут сыр, курица и помидоры. Саша себе вообще взяла только один салат. Это плохо. Не захотела. Тома, Женя, гороховый суп. Настя, окрошку, салат. Софийка вообще есть будет, не будет. Я думаю, не будет. Я тоже себе взяла гороховый, Санек гороховый. А где отца запеканка? Отец, ты потом сюда придешь съесть? А, ну ладно, ладно. Все, все сели. Мама, Тома, где суп? Ну, садись там, ешь. Садись. Я тут тогда поем. Так, хлеб. Опять пересели. У Насти опять кондиционер отказал. Поэтому так поедем. С Настей поедет Санек и Саша. Она прям, я, хотя есть место, но она нет, я поеду, не хотят сзади втроем сидеть. Ну пусть так. Сейчас прибегут, в туалет побежали, Тома. Дарина сюда пересела тоже так, с нами ехала. Не захотела с Настей ехать. В туалете сейчас придут, сейчас. А, ну, посиди. Где они там? Ой. Сейчас, милый. Да, хорошо. Сейчас они прибегут, и мы поедем дальше. Песня играла. Дарина там поет. С Матвеем. Ага. Пересела немножко под кондиционер. Так дует хорошо. Вон, смотрите, что делает. Обочечники. Обочечники. Еще на 40 минут пробка. По-моему, последняя, да, судя по навигатору смотрела, последняя пробка. Ну, большая прям. 40 минут целых пробка. Ничего не помогает. Мы уж вокруг поехали все равно, а пробки. Все такие умные, как и мы, мама, да? Осталось полтора часа. И дома будем. Три? А, из-за пробки два. Вроде полтора у меня было. Оно вот сейчас будет увеличиваться постоянно. То, что в пробках стоим. Что-то.
Сейчас вещи занесем, Таю отпустим. Вот Сима на месте. Вон там спит Тишка. Жара, конечно, страшная. Тая, подожди, подожди. Мы еще домой только заходим. Доехали, слава богу, нормально. Насколько впереди так и ехала. Видите, там вещи таскают. Еще никак. Слава богу, все хорошо. Белье уже сколько дней висит. Ой, слава богу, свет есть. Я так переживала, что света не будет. Промокнуть. Что там промокло? У нас фен тут немножко. И, ну, я не знаю, что фен, но... А вот у вас сосунка вот мокрая. Вещи мои тоже. Ой, доехали. Что, так и не включился кондиционер? О, ура, дом, милый дом, Матвей, да? Ура! О, девчонки все таскают. Ну, я бы не сказала, что прям тут совсем жара, да? Дверь не открывали, ничего не открывали. Мы... Ну да, да, немножко есть. Пойдемте, хоть чай попьем. Есть хотите? Есть, наверное, нечего. Сейчас будем все... Мы с собой две подушки брали. Надо будет снять этот... В смысле духами? Мам, что разлили в этой? Ну, что-то разлилось, я что знаю. Мия! Вон, все живы. Все, слава богу, здоровы. Да, успокойся. Кузя! Доченька, меняй им воду. Вода задохнулась, наверное, за эти дни. Ох, все в стирку кидайте. А что, не подключили, что ли, этот холодильник? Наверное, мы забыли. Ой, ладно, все. Посуду мы тут все убрали. Цветы у меня тут, ну ничего, не сильно засохли. Так и стоят еще. Как приятно вернуться в родной дом. О, это да, да, да. Ладно, все, все будем разбираться. Нож мы тоже с собой брали. Так, мы этот отключали. То, что воды там не было. Сейчас я наберу воду. Ой, ой, Софийка там сидит. Не болит голова? Ничего? Магазин. Дома ничего нету. Ни колбасы, ни сыра. Масло сливочное, правда, есть. Лимоны, наверное, надо будет взять. Так, сухомятку сегодня попитаемся. Все равно я тоже устала. Вообще очень устала. Хотя просто вроде как ехала. Матвей не сильно капризничал, слава богу. Мы поедем, продукты возьмем. Приехали домой. И начинается у нас, как всегда, привычный набор продуктов. Я думаю, многие угадают, что мы там набрали. На днях, не знаю, завтра, послезавтра машину в ремонт погоним. Хорошо, у нас сосед тут всех знает, посоветовал нам хорошего. Кузовщика, наверное, он называется. Настя уже с отцом съездили, договорились. Он и недорого возьмет, и сделает все правильно, как надо. Спасибо соседям нашим. Хорошие у нас соседи. Полотенца все. Короче, стирки вообще много. Сегодня весь день будем стираться. Мам, стой, ты занеси маме, дорогая. Что разлаживать? Так, говори, да и все. Давай, Сашенька, молодец. Посуду составляем. Снимай. Ну, давай. Купили что это? Муку. Дарина, может, завтра блинчики сделает? Сметана, помидоры, такая колбаска, вот такая ветчина. Вот такие вот
две творожки. Это Матвей. Да. Вот такие творожки. Сыр такой. Дарина ест его. Я их ем. Потом вот такие вот пирешки. Я ем их. Матвей вот. Потом тут вам. Все, София, это Матвею. Что, Матвей тоже пирожки? Это вот туда в лекарственные. Боя, ну наши любимые. Один можешь взять себе, да. Да. Можешь еще мне взять. Можно тебе взять, да. Потом еще вот такие вот молочные ломтики. Тома, открой. Так, убери эту грязную фигню отсюда. Вот такие вот. Девчонки просили, конечно, другие, но не было. Несквик сейчас тут не продают. Несквика нету вообще. Девчонки сказали, если не будет, тогда купи эти. Я купила вот такие. Да, я очень хочу вот такие вот. Угу. По 99, по-моему, одна штучка. Подожди, сколько? 99. Я же снимаю, показываю, что купили. Дальше. Два вот таких вот сыра. Топленое молочко, он очень вкусный. Вот, я же открыла. Потом белый хлеб, черный хлеб, кефир. Молоко есть, две штучки дома, то что. Да. Черный чай. Нет, зеленый. Ой, зеленый. Спагетти. На распродаже было там, на скидках. Да. Такой вот сыр с ветчиной. Огурчики, помидоры, морковка и лук. Да, завтра готовить, поэтому... Все, вот такие покупки. Мама, можно я еще сходить? Да, вышло на 3200, по-моему. Копейками. Все, все у нас покупочки, чек. Мне иногда попадает это, как она там? Ой, рубрика, как ее? Юлька, рубрика, или как она? Она всегда так орет. Распаковка, чек. С дочкой? Нет, одна толстенькая такая. Банки снимает. Так все, девчонки, убирайте со стола, будем что-нибудь есть. Ирина там что-то Насте подарила. Как она тебе сказала? Ты уже слишком старая, поэтому подарки у нас уже с тобой не те. Это Ирина тебе подарила? Да, я даже не знаю. Опять? Я даже не знаю, что это. А, ну это чтобы я свинотой нормально жила. Салфетка для стекла. Уют написано. Еще какая-то салфетка. Green Viber. И еще какая? Ну, короче, чтобы я чистоту дома наверное. И карандаш для губ. Но это вот она знает, что мы с ней когда еще жили в общаге. Мы постоянно их покупали такие. Что такая цена заложена? Помада. Свия. Так это ж хорошие гринвейты вот эти вот. Гринвей как-то по-другому. А, нет. Смотрите, название делают похожее. Green Fiber как-то. Ну? Это для машины. Впитываемость, полировка, очищение. Спасибо, Ирине. Вы знаете, я не уверена, конечно, что будут комментарии открыты. Но это 100% началось бы. Вот домой приехали, детей нечем покормить. Ну, сегодня да. Сегодня так. Все равно, конечно, все поели, кто бутерброды, кто салатик сделал. Санек себе с Васей роллтон запарили. Мы с Настей просто бутербродами обошлись. Как бы, ну, все нашли, что поесть. Меня очень, конечно, поражают комментарии такие, что... Все время делают акцент на том, что дети у меня приемные. Какое ты имела право заселить их там на третьем этаже? Почему ты с ними вместе не спишь? Вот. Вы там поехали отдыхать. Почему детей не повели там на всякие аттракционы, куда-то там еще? Раньше вы, если ездили, то куда-то там на экскурсии, там, ну, куда-то там возили. Ну, на самом деле, мы уже везде практически были. Это во-первых. Во-вторых, ну реально, я уже говорила, ну не было времени у нас. Мы приехали на море.
И, конечно же, в приоритете у нас было море, что вот, ну, как бы, чисто вот покупаться. Мы еще раз поедем. Не знаю, когда. Сейчас у нас, конечно, нужно разгребсти очень много дел. Это машину подремонтировать Васину, Настину. Надо Васю к глазному записать. Мне уже Стаму все звонит и звонит. Васе надо было 11 числа еще ехать, мы никак. Сегодня что-то мне психолог звонила, но я не ответила там, пока мы ехали, связи не было. Тоже, наверное, скорее всего, куда-то там надо будет вот ехать там что-то. Надо будет разбираться. Пенсию Даринина не пришла. Я говорю, дочь, ну давай вот, ну после 20-го уже я вернусь и пойдем. Она, ну мам, ну еще время есть, еще подождем до конца месяца. Может быть, там, ну Саша пенсию получает, она 12-го получила, Вася получила на нее. А Дарины нету. Она говорит, ну, может быть, у всех по-разному. Там Саша, ну, 12-го, а мне теперь, может быть, она стипендию получает 25-го. Может быть, мне 25-го переведут. Я говорю, ну, ладно, подождем, как бы это. Но все равно у нас еще шторы. Надо пойти в класс шторы повесить. Ну, короче, все равно. Матвейке 19-го будет 8 месяцев. Тоже и на прием надо, и все. Ой, что творится у нас там. Короче, надо вот все эти дела сделать, и потом уже, ну, скорее всего, в августе, наверное. Только мы уже забронируем, как положено, ну, чтобы нам нормальные места были, все, чтобы, ну, договориться, чтобы на первом этаже, не второй, там, не третий никакой. Ну, там, по-моему, третьих нету, только двухэтажные здания. Еще хочу сказать огромное спасибо, что вы нас смотрите, несмотря ни на то, что, ну, ни на что, что комментарии у нас закрыты. Спасибо, что остаетесь с нами. Вот. И все. Пойду смотреть, что они там все кричат, балуются. Надо уже успокаиваться, скоро спать. Все. Всем пока, всем до завтра.